Ну что ж, ребятки, я вас всех приветствую. Сегодня то самое видео, в котором вы узнаете, зачем я все продавал, какой я купил бизнес и за какую сумму. Поэтому видосик обещает быть интересным. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Давайте на этом ролике постараемся набрать 200 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен, потому что я на самом деле не ожидал то, что в начале этого года я смогу себе приобрести такой дорогой и топовый бизнес. Ну а так, ребятки, я вам напоминаю то, что я играю на проекте Amazon Holy Play на втором сервачке. Все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и, конечно же, не забывайте вводить промокод. Вводите промокод Полканов на любом сервачке до 5 уровня. За него получите 300 тысяч рублей. Ну что ж, ребятки, я могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита. Усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Я думаю, вы реально будете немножко в шоке, то что я дорос до такого бизнеса. Все, всех обнял, приподнял. Приятного просмотра. Ну что ж, ребятки, я не стал затягивать, как бы, какой я бизнес купил, то есть я вам вначале это все показал, как я его покупал там и так далее, но хочу немножко объяснить. Я его купил за 2 миллиарда, но этих денег у меня как бы нету, я еще должен за него 470 миллионов, то есть я, получается, дал миллиард, мне еще должны там около 500 миллионов, и 470 миллионов я должен буду дать сам. На самом деле я очень удивлен, потому что вроде бы недавно я записывал видео, вам показывал все наши бизнесы, показывал свой бизнес, и тут спустя уже несколько дней у меня уже другой бизнес на голову выше, который был до этого. То есть давайте я вам покажу свою статистику, чтобы у вас не было сомнений. То есть вот мы открываем, у меня нету автомобиля, если что, этот газон не мой, мне дали его покатать на время. То есть свой газон я продал, Мурку я продал, М3 я продал и Магнум я также продал. То есть я продал все свои автомобили, я продал дом, я продал бизнес, я продал неон, то есть я продал все, кроме семьи и сим-карты. Вы скажете, блин, а стоит оно того или нет? Я считаю то, что стоит, потому что я вам говорил то, что если я буду менять бизнес, перекресток, если я буду менять этот бизнес, я буду менять его на лучший бизнес, чем был у меня до этого. И в итоге вот так вот получилось то, что я перепрыгнул с 24 на 7 на СТО города Арзамас, понимаете? То есть какой просто level up. Да, мне пришлось все продать, мне на самом деле, ну, немножко жалко. То есть, немножко жалко, но я понимал то, что оно того стоит. То есть, я же уже один раз рискнул, я продал все свое имущество и забрал перекресток. И вы сами видели то, что, ну, финка была у меня очень хорошая. Я с этого зарабатывал реально хорошие бабки. Да, я тогда не продавал М5, у меня тогда оставалось только М5 и все. Но в этот раз я продал даже ее, понимаете? Но я думаю, оно того стоит, потому что такая возможность, ребятки, падает не каждый день, то есть... Ну, эти бизнесы вообще, в принципе, не продают. И, как бы, 2 миллиарда, я считаю, это адекватная цена за Арзамас, потому что Арзамас — это одна из самых лучших. То есть, самая лучшая — это Анашан, на втором месте Арзамас, на третьем Батырева и на четвертом — это Юшка. Ну что ж, ребятки, давайте я вам покажу и объясню, что из себя вообще, в принципе... представляю данный бизнес. Я вам уже показывал, но давайте для тех, кто не знает, покажу. То есть здесь можно как бы чинить свой автомобиль, чинить целостность, убирать тюнинг. Можно перекрасить машину, поставить тонировку, диски, фары, занижение. Также можно поставить чип, сигнализацию, антирадар и топливный бак. То есть здесь вы можете делать все со своим автомобилем. Я думаю, у многих и также вопрос, почему Америкос решил продать СТО. Потому что он купил обратное СТО возле кольца Анашана. То есть получается, у нас в семье теперь две СТОшки и
все бизнесы остались в семье. То есть Ваня, который держал 24/7 возле лесорубов, он купил мой бизнес, получается. А свой продал Руслану, который тоже состоит в нашей семье. Поэтому, ребятки, можете поздравить и меня, и америкосы, и, в принципе, всех ребят с нашей семьи, то, что у нас теперь получается 5 бизнесов в семье. Было 4, теперь 5, и 2 из них это СТО, пацаны. 2 из них это 2 СТОшки, понимаете? Это очень круто. То есть вот, если мы заходим, получается, в GPS СТО, мы видим здесь 2 СТОшки Solo Motors, это именно наши СТОшки с Максимом. Можете приезжать именно к нам закупаться, то есть в Арзамас, либо на Кольцо. Буду вам очень сильно благодарен, тем более мне сейчас нужно отдать еще 470 миллионов, поэтому вы можете мне в этом помочь, можете просто приезжать как бы и тюниться. Либо у меня, либо у Максима. Тем более, ребятки, скоро получается уже добавить цены, поэтому если вы будете забирать автомобили, там, допустим, либо Volvo, либо М3, Tesla, Semi, возможно, там ультратанк, то, ребятки, реально, приезжайте к нам в СТОшечки, будем вам очень рады. Максимальные скидочки стоят, всегда есть продукты, поэтому можете приезжать именно к нам. Ну что ж, ребятки, давайте я вам покажу самое главное, это финка, потому что она немножко поменялась после того, как я снимал видос. То есть видос я снимал там около 5 дней назад. Давайте я вам покажу сейчас, какая здесь, в принципе, финка. Время 5 часов по МСК, финка за сегодня уже 4 миллиона, пацаны. То есть это реально, блин, это очень круто. У меня в 24/7 была финка 4 миллиона иногда, но это было прям под конец дня, под самый-самый конец. И мы, получается, открываем уже полную финку. Учитывайте то, что здесь еще заводятся продукты, и, ну, смотреть на статистику это немножко глупо, но ладно. За сегодня 4 миллиона, за вчера 4 миллиона, 5 миллионов, это 100% продукты завозили. Вот, 5 миллионов, 3 миллиона, 6 миллионов, 8 миллионов, 6 миллионов, то есть, ну, финка нормальная, пацаны. Я, в принципе, очень сильно доволен, то есть, я не жалею то, что я отдал за это все, что у меня было, я еще и должен, но я считаю то, что оно того стоит. Главное сейчас просто бабки дать за этот бизнес, мурку я потом могу выкупить, и все. То есть, все будет нормально, я смогу с этого бизнеса зарабатывать в месяц там около 100 миллионов, если не больше, понимаете? На самом деле, ребята, не все так сладко, как возможно выглядело. Я вам расскажу такой некий секрет. На самом деле, последние 2 недели у меня просто не было интереса играть. Я вам серьезно говорю, то есть у меня было уже все. У меня были машины, у меня был бизнес, у меня был коттедж. То есть у меня было все, что я в принципе хотел, понимаете? И у меня уже не было интереса даже на ивенте сидеть. То есть я попросту не играл. Я играл только на стримах, либо заходил записывать ролики. То есть у меня полностью пропал интерес к игре. После того, как я все продал, как я уже забрал бизнес, у меня уже появился интерес, то есть у меня уже появился стимул играть. Я понимаю то, что мне нужно сейчас будет катать дально, фармить снежки, чтобы забрать там М3, возможно, нитро на нее поставить. Потом уже буду постепенно копить себе на магнум, потом на газон там и так далее. То есть я по факту начинаю все с чистого листа, только при этом у меня еще есть пиздатый бизнес за 2 миллиарда, понимаете? Ну что ж, ребятки, вот такое получилось видео, возможно, коротенькое, но я не знаю, что вам еще здесь рассказывать, показывать. Я вам показал самое главное, то, что я себе приобрел бизнес за 2 миллиарда, пацаны. Я вам, ребятки, напоминаю, если вы хотите мне помочь, как бы, отдать долг, я буду вам благодарен, если будете заезжать ко мне, СТО, или к Америкосу. Я реально вам буду очень сильно благодарен, потому что мы реально стараемся, у нас всегда есть продукты, поэтому вы всегда сможете приехать и затюнить свой автомобиль. Все, ребятки, на этом буду заканчивать. Все ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и, конечно же, не забывайте вводить мой промокод, за него получите 300 тысяч рублей. Покажите здесь жесткую активность, потому что, я думаю, вы ждали, вы реально ждали, чтобы я вам показал, что я приобрел. Все, ребятки, всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.